Доброе утро всем, ребятам и девчатам. О, помчала. О, как будто она увидела там. Кого она там увидела? Кого-то погнала. Ну ладно. Пойдем с ней на прудик сходим. Вот у нас морозец был ночью. Вот, лужа замерзшая. Ну, сейчас солнышко все растопится, это не проблема. Вон, все в инее. Лиза! Пошли. Давай, иди сюда, я говорю. Теперь будешь ждать стоять. Это у них клинит, что с этими котами. Будет ходить. Пошли. Побежала. Нет, тут не успокоится. Пошли. Вот какой смысл собакам бегать за кошками? Они что, съедят их или что? Да, Варя? Кто тебя сможет съесть? Лиска не сможет. Вот какой иней. Хорошо подморозило. Лиска любит там гулять. За калиткой. Там собаки бегают. Вот смс-ки бегает, читает. Ну, пошли. О. И тут у берега у меня все замерзло. Неплохой, наверное, мороз-то был. О. Вчера здесь была вода. Вот тебе, пожалуйста. Куда? Ну-ка, марш обратно. Видишь, все разбежалось. Варька ждет открытия сезона. А рыбки-то хочет. Да, Варюх? О, нам уже чистить надо. Давай, бегай. Ну, пошли. Пошли завтракать. Давай. Завтра стричь будем. Уже обошла. Давай. Опоздал ты, Митяй. Вот так вот. О. Ах ты, вон сидит чужой. Вот собака вот эта тут лазит, наверное. Лиза, ну-ка, фас. Вот так вот его. Вот так вот. Ух. И все. Пошел. А там Егор, там. Сейчас его Егор оттуда выгонит. А, Святая Троица. Ой! Чеснок вылез. Ух ты! О! Ой, ты как хорошо. Повылезал. Ай, ты молодец. Куда по клубнике пошел? Ну-ка, брысь оттуда. А. Там же колка. У нас был завтрак. Только позавтракали. Ну, не только я, только Алешек ходил в магазин, пришел.
За хлебушком. Купил хлебушка. Вкусняшки. Что это, эклерчики? Блин, безобразие какое. Ай-яй-яй. Ай. Лешек, безобразник ты. Ну, что-то мне захотелось. Что-то тебе захотелось? Поел я на них. Да, и вот и я тоже посмотрела, и мне захотелось. Съешь? Не буду, я наелась. Я позавтракала и наелась. Все. Все. Ну, спасибо тебе все равно, дорогой. Пожалуйста. Всем привет, дорогие друзья. Всем доброе утро. Утро выходного дня. Суббота. Вот так у нас водичка уже почти ушла из роз. Вон лучи сидят. Где? Вон. Я не вижу. Ну-ка. Вон, где, на льду. На льду? Вон, видишь. Солнце слепит. Эх, слепает. А, вот там вот между этими, да? Ну, вон, вон. Ага. Видишь, две штучки сидят. Да, но отсюда не увидеть. Ну, нам-то видно, а камера не увидит. А нам надо забить там этот. Дырку надо забить на чердак. Потому что лазят чужие коты и метят там. Сарай, вонище. А ты тут хочешь прикрутить? Ну да. Тут здесь налазили. Ну да. Они тут дрова все обметили. Пока не поздно, надо занести. Закрывать. Потому что дрова там. В дом будем заносить. Вот и будет вонище в доме. О, осталось сверло там. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я рассчитал. Курочка там яичко снесла, наверное. Я думаю, кто там шевелится. Ага, все. Все. Надо выбивать. А не выбьешь ты его. А уже не выбьешь, да, все. Скажи ему до свидания. Нет. Что нет? О, зафигачил. Ты смотри, попал. Вот не выбьешь, оно все расколется нахрен. А, сейчас пассатижем попробуем. Ну, давай. Вот так, не было печали. Да? Да. Эй, что там? Ой, вчера здесь вода стояла, ушла. О, водичка уходит. Вот здесь вот ямка такая. А здесь вон замерзла. Здесь вода не уходит. А где ж ты чирикаешь, сидишь, а? На вербочке. Сидит и чирикает.
О, тут уже вот под яблонькой и листья просыхают, уже скоро можно будет выгребать. Хорошо. Ой, все прямо на глазах, ребята, оживает. А тут эти вон. Вот здесь у меня маленький-маленький этот, как его, самшитик. Вот он, манипушка такой вот. Здесь один пропал, здесь тоже был. Вот, я думала, может, от корня пойдет. Ну, может, пойдет, не знаю. Вот он. Засох, ну, может, пойдет. Это мне Катюшка Бессараб прислала. Вот здесь тоже один пропал. Вот сюда надо пересадить. Вот этот, наверное, маленький. Пересажу вот сюда. В общем, посмотрю потом. Туйки тоже. Вот две. Две туйки. Тоже Катюшкины. Спасибо, Катюш. Так, а здесь клематис должен быть. Такой мелкий. Ну, пока не видать. Ну, ладно. Ладно. Красота. Боже, уже так и тянет сюда, на клумбы. Бадан. Здесь у меня вот он. Говорят, из вот этих листьев можно чай пить. Это мне продавец сказала. Вот из вот этих, которые перезимовали. Полезный вкусный чай. Вот. Ну что там наш Лёшик? Получилось у него. Что так туго идет, да, Лешек? Что так туго идет, да? Или брус. Брус, да. Здесь у нас сарайчик. Мой любимый сарайчик. Здесь у нас вот библиотека. Я уже показывала ее. Сюда мы поставили, вынесли этот буфет вот. И вот здесь столько книг. Ведь раньше же модно было, да? Бегая за этими книгами. И причем не так давно, вот лет 20 назад, да, наверное. Книги были, хорошие книги были в дефиците. Это старые книги. Старые книги. Это Анна Каренина здесь. Это «Война и мир», по-моему, 54-го года. А вот какая, какие часы раритетные. Прикольные такие. Ну, такие уже раритетные на батарейке. Там можно просто поменять механизм. И будут такие вот часики классные. Ну, пускай стоят в сарае. Вот. Вот такой вот вам маленький обзорчик сарайчика нашего. Так, что здесь, Лёшек наш?
Ого, ну ты гвозди тоже нашел. А что не открутил вот эту? Так она и будет торчать вот это. Да. Или тут. Думаешь открутить? Ну а зачем она там нужна? Да так ты ее не снимешь. Руки смотри. Да нет, ты так не выбьешь. Там эти саморезы. Там гвозди. Ну ладно, что, оставь его. Пускай сюда загни его в эту сторону, ну, да, да и все. Нет, туда, туда, в ту сторону, вот так вот. Вот. А тут будет вот. А ты прям туда его загни. Да, ну. Не загнется? Вот и все. Что-то она как-то. А это же мешает. Достань с этой стороны, тебе же будет удобнее. Так, давай без комментариев. Комментарии будут под видео. Хозяин. Все, ну вот, красота. Так, тут. Теперь надо, знаешь как, а вот да, видишь, маленькую. Мешает. Да, там пускай будет открыто, не страшно. Залезет, блин. А он туда не допрыгнет. А что ему стоит, если кошка сюда не влезет? Да нет. Но нам надо было тебе его туда немножко поставить. Вот так. Не поэтому равнять, а да по дверям. Да ничего ты там уже не придумаешь. Да ладно, не пролезет там. Думаешь? Да. Ну, думаю. Ну сюда он что полезет, смысл? Потом не вылезет. Да? Да, надо было только эту вот здесь вот. Вот так отписать? Вот. Да. Вот это вот снять, чтобы. А ты теперь его там не это. Сейчас будут мешаться это. Ага. Руки, смотри. Ладно, я оставь его. Оставь, все. Я, в принципе, это. Знал, что он не закроет. Надо было его сразу подтесать. Теперь сюда в эту, вот так вот надо забить гвоздь. Знаешь, вот так, закрывушка, чтобы такая была гвоздем. Вот так, тынк, чтобы он поворачивался. Загнуть его, и чтобы он поворачивался. Чтобы коты не открывали двери. Сюда надеть, и все. Чтобы коты не открывали. Надо было снять и надеть сюда петлю. А как ты ее снимешь? Там такие гвозди, ну, ты не вытащишь ее. Да. Гвоздик забить, да и все. И загнуть. И будет самая лучшая закрывушка. Подожди, у нас... Что у нас есть? А что у нас есть? Утро в деревне. Ну, уже не такое утро. Петухи кричат. Ой. Воробьи чирикают. Там я забил дырки. Кто-то молотком стучит. Дырки я забил там. А, и тут забил. Да. А, вон там, да? Ну, прикрутили собаки. Они влазят и все оборвали мне нахрен. Знаешь, они лазили собаки. Сейчас я за ленту пойду возьму. Угу. Ладно, ну вот. Дело сделано. Как умеем. Как умеем, да. Ну а что? Так и надо. Все приходит со временем. Да. И опыт, и умение.
это у Лёшика здесь мастерская. Здесь всякие инструменты у него. Триммер. Гвоздь не пойдет на всю хрень. Другое, тут поискать надо. Что-то тут должно быть. О, защелка. Нет, защелка такая не пойдет, потому что чуть двери разбухнут и все, она не закроет. Да. А гвоздь вот самое то. Или вот такую вот сделать. Вот эту вот. Вот такую вот закрутку. Ну вот я хотел отсюда снять. На гвоздичке. Отсюда снять. А зачем отсюда снимать? Ну вон здесь сколько защелок. Да сделай такую. Че ее? Даже можно не такую, а квадратик. В квадратик просто такой вот. Да, да, тын-тын. Да. Да, да. Да. Открыли тепличку, пускай просыхает. Ну, там сухо стоит. Да, конечно, да, сухо. Ой, там сейчас трава попрет. О, какая. Да. Пускай просыхает. Открыли виноградик. Вон тут еще под елками просто открыли. Как он тут себя чувствует, наш виноградик. Да вроде нормально. Вроде нормально. Ну, пускай пока лежит. А елка какая. Зеленая. Вот под снегом как сохраняется. А сейчас начнет желтеть и осыпаться. Ой, ну погодка. Ребята, шикарная. Тишина. Деревенская тишина.